Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Ребят, смотрите, вот что хотел показать. Интересный какой лайфхак. Пожизненный, прижизненный. Значит, чтобы свинка после опороса минимизировать возможность ее, как скажем, набрасываться на поросяток, надо ее время от времени вычухивать. Чтобы у нее, особенно вот в районе этого самого сисек, ее живот, низ живота. Для чего делается это все? Просто вот почухать ее везде, в бочок, чтобы она привыкала. Вот поросята, когда появляются маленькие, они начинают ее щекотать, грубо говоря. Для нее это странные, как бы, новые ощущения странные, и она может воспринимать их неправильно, кидаться на них, грызть их. Тем более во время опороса у нее стресс большой. Ну, сами понимаете, болезненные ощущения, они понимают, что происходит. А тут еще одного малыша родит, он начинает своими зубками, зубки там острые, поверьте, лазить по ней, царапаться, щекотать. Она, неподготовленная к этому всему, начинает кидаться на них, кусать, грызть, ну, устранять угрозу. И что я вам хочу сказать, не обязательно это происходит у первородок. Это может произойти и в любом, и в пятый раз, и в четвертый, и в первый. Нету какой закономерности. Вы можете вполне получить такой прикол в любой момент, как бы, развития своего хозяйства. Но это очень неприятно, когда свиноматка отказывается кормить или просто убивает поросят, или не подпускает их к себе. Поэтому, еще раз повторюсь, время от времени делаем ее массаж вот такой. В идеале завалить ее на бок, почухать. Ей нравится, она сперва может там как-то сопротивляться, но поверьте мне, ее просто тащит, когда ее чухают. И вот именно живот, низ живота проглаживать. Она тогда эти уже для нее, ну, это ощущение, когда поросенок ползает по ней, там царапается, ищет мордой и утыкается, для нее не будет новостью. И она, ну, Ангелинка, почухай ей пузо, пожалуйста. Она тебя не тронет, не бойся. И она довольная тогда стоит, пониже чухай пузо, чтобы она завалилась. Давай, сильнее чухай, не бойся. Ну, у нас сейчас ужин, поэтому мы заняты ужином. А мало того, еще надо все говно пособирать куриное по загону. В общем, вот такую вот, скажем так, операцию можно проводить по возможности хоть каждый раз, когда они погуляют. Не подолгу, чуть-чуть там почухал и почухал. И она после опороса, вы будете только рады тому, что не произойдет никаких эксцессов. И свинка нормально выкормит поросяток. И будет у вас нормальный прирост, приплод. Без отходов, без всяких проблем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго!